Привет! Давайте сделаем открытку. Складываю лист пополам, карандашом рисую 6 полосочек разной длины и делаю надрезы ножницами. Сгибаю и разворачиваю вовнутрь. На этих полосках рисую узоры белым акриловым маркером и добавляю много-много звездочек. Приклеиваю блестящие лучики, это салют, и добавляю еще маркером точки. Складываю полоски цветной бумаги и вырезаю прямоугольники. Из них делаю 14 флажков. Из мятной бумаги вырезаю длинные тонкие полоски, а из красной капельки огоньки. Маркером пишу с днем рождения на флажках. Склеиваю свечи. Отрезаю две веревочки, завязываю на концах узелки и приклеиваю флажки. Теперь приклеим свечи к торту с помощью клея-карандаша. Наверху одна свеча, по центру 3, внизу 4. Ставлю ПВА-клеем 4 капли в верхней части и приклеиваю веревочки. Готово! Давайте сделаем объемную открытку. На красной бумаге рисую лепесток. Вырезаю его и обвожу еще 5 раз. Вырезаем все лепестки. Теперь рисуем и вырезаем 4 лепестка поменьше. Белым маркером можно добавить узоры в лепестки, например, полосочки. В каждом лепестке делаем разрез в основании. И клеем скрепляем лепестки, заворачивая их немного. С маленькими делаем то же самое. Теперь на кружок приклеим лепестки. Сначала большие, а внутрь маленькие. На розовой полосочке делаем много надрезов и скручиваю ее, разворачивая полосочки и приклеивая внутрь. Теперь делаем оранжевый цветочек. Вырезаю 6 больших лепестков и 4 маленьких. На больших рисую кружочки и склеиваю цветок. Складываю зеленую бумагу пополам и вырезаю край из полукружочков. Вклеиваю внутрь оранжевый прямоугольник и добавляю поздравительную надпись. На обложку приклеиваем цветочки. Готово! Давайте сделаем открытку. Складываем прямоугольник пополам и рисуем контур кекса. С помощью маленьких ножниц вырезаем эту часть. Из сиреневой бумаги вырезаем большой полукруг. Из голубого прямоугольника вырезаю стекающий крем. Из синего прямоугольника вырезаю полукруглый край и синюю свечу. И из желтой бумаги вырезаю капельку для огонька. Приклеиваем детали. Теперь наносим клей-карандаш в разных местах вокруг кекса. Нарезаем синие и желтые прямоугольнички и добавляем посыпку на открытку. Белым маркером рисуем детальки. Выделяем полосочки на свече, добавляем штрихи вокруг, рисуем блики на каплях крема. Белым и розовыми маркерами добавляем точки на кексе. А внутри делаем надпись «С днем рождения». Для большей яркости можно обвести буквы белым маркером. А внутри добавляем точки. Необычная и яркая открытка готова! Сегодня сделаем праздничную открытку. Складываем лист цветной бумаги и делаем 2 надреза по центру. Сгибаем и заворачиваем вовнутрь. Берем яркую бумагу, складываем и на сгибе рисуем половинку звезды. Вырезаем, обводим на другой бумаге и тоже вырезаем. Делаем 4 таких объемных звезды. Приклеиваем их внутрь открытки. На нижней половине добавляем яркий прямоугольник, а вокруг приклеиваем блестящие кружочки. В звездочки добавляем узоры белым маркером, можно штрихи и полоски, кружочки. Узоры рисуем на каждой стороне. Добавляем надпись в прямоугольник и рамочку вокруг. На фоне рисуем штрихи и точки. Вверху добавляем лучики у звезд. ПВА-клеем приклеиваем блестящие звездочки. Еще немного точек и наша открытка готова. Давай сделаем открытку. Складываю синюю бумагу и рисую полукруглую креманку для мороженого. Вырезаем ножницами. На розовой бумаге рисуем и вырезаем 3 больших круга. И затем шоколадные потеки. Вырезаем 2 зеленые палочки и теперь приклеиваем мороженое внутрь креманки. Приклеиваем полосочки и добавляем узоры белым акриловым маркером, кружочки и штрихи, например. Еще можно добавить обводку и декор на шарики. Приклеиваем блестящую посыпку и внутри добавляем надпись. Снаружи на креманке рисуем детали. Полосочки, капельки, точки, волнистые линии. Вы уже придумали, кому подарите такую красоту? Завязываем ленточку, и наша открытка готова!